Белый каталог сайтов, предназначенный для детей и подростков, появился в нашей стране. Проект презентовали в службе центральных коммуникаций. В список безопасных интернет-ресурсов вошли более 3500 порталов. Со временем он будет пополняться. По содержанию сайты поделены на тематические категории. Например, наука и образование, культура и искусство, игры и развлечения, музыка, кино, литература и другое. По словам разработчиков, белый каталог позволит сместить интересы подростков в пользу познавательной и развивающей информации. В тестовом режиме киберщит планируют внедрить во всех учебных заведениях страны с 1 декабря, а также рекомендовать родителям установить его и на персональных гаджетах детей. Белый список – это каталог сайтов, где есть система фильтрации интернет-трафика путем проверки интернет-ресурса на предмет нежелательного или опасного контента. Контентная фильтрация интернет-ресурса проводится модератором, то есть поскольку проблема защиты детей в интернете напрямую связана с образованием. То есть мы в качестве модератора думаем, что будет связующим органом являться непосредственно Министерство по образованию, которое непосредственно занимается вопросами детей, школьников.